Как открыть свое дело и не бояться прогореть? Как государство готово поддерживать малый бизнес в Чувашии? Ответы на эти и другие вопросы получили начинающие бизнесмены республики. В Чебоксарах прошел форум «Открой свое дело». Он проводится в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», организованного республиканским бизнес-инкубатором при поддержке Минэкономразвития Чувашии. Наша съемочная группа побывала на одной из площадок форума. Именно так в неформальной обстановке за деловым завтраком встретились начинающие и опытные бизнесмены из различных сфер деятельности республики. Для Юлии Леонтьевой это первая такая встреча. Она, как начинающий предприниматель, пришла сюда за новыми знаниями. Я рада, что в нашем городе проходит данное мероприятие, потому что для меня, как для начинающего предпринимателя, это очень важно, потому что здесь собрались единомышленники, возможно, найти партнеров. Цель проекта – вовлечь как можно больше молодых людей в сферу малого и среднего бизнеса, научить их продвижению своего дела. Для этого на площадку и пригласили опытных специалистов инфраструктуры развития бизнеса и наставников, которые ознакомили с полезной информацией. Моя тема – развитие предпринимательства и помощь и поддержка предпринимателям открыть свое дело, начать новый стартап. И не секрет, что в настоящее время выявлено отсутствие информированности у предпринимателей в том, где получить государственную услугу, где можно приобрести какие-то знания и где предприниматель может получить информацию об открытии своего дела. Участники проекта на таких площадках обмениваются опытом, налаживают деловые связи, получают практические знания и задают интересующие вопросы спикерам. Этот форум «Открой свое дело» он очень важен в первую очередь не только для состоявшихся предпринимателей, но и для начинающих, а также для того, чтобы предприниматели познакомились, рассказать об институте, рассказать о наших полномочиях, возможностях, ну и, соответственно, о формах поддержки, которые действуют в Чувашской республике. Как признаются организаторы форума «Открой свое дело», в рамках нового проекта начинающие предприниматели смогут получить поддержку и изучить опыт ведущих и успешных представителей бизнес-сообщества региона. Мы в республике делаем упор на качественное эффективное управление, и наша задача через семинары, тренинги, практические мероприятия сделать их бизнес максимально эффективным и прибыльным, чтобы создавались рабочие места, чтобы платились налоги. Елена Михайлова, Михаил Солин, «Вести Чувашия».